Сочинские школьники и студенты сегодня раздавали на улицах листовки. В них рассказано, в честь кого названы улицы и скверы курорта, а также информация о подвигах героев, которую ребята собрали во время краевой молодежной патриотической акции, посвященной Дню неизвестного солдата. В данный момент акция проводится на улице Чебрикова, микрорайон Светлана, улица микрорайон Бытха. Адлерский район. В данной акции участвуют студенты высших и среднеспециальных учебных заведений, воспитанники военно-патриотических клубов, представители общественных молодежных организаций. В год празднования 70-летия Великой Победы проводится всероссийская акция «День Героев Отечества». В этот день не только отдают дань памяти ушедшим победителям, но и чествуют ныне живущих героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы, героев соцтруда, героев Кубани.